Час, наверное. Окей. Всем-всем-всем привет. Привет. Привет Так, всем. всех ждем в канале Пушистые Посиделки, кто нас смотрит. Сегодня мы часик летаем лисьим звеном. Ну да. Чего Так, это? давайте начнем. Все задания будем кидать в игровой чат боя. Начнем с 6 уровня. Поехали. Да, давай. Так, сейчас, секунду. Считаю, все повисло. У нас задания будут как раньше, в четверг, да, и во вторник. Такие же задания. Что заехать? Лися. Да-да-да. Так, сейчас. Кидаю задание. Главное опять интером ничего не напортачить. Читайте, ребятки, и радуйтесь. Сейчас за вами хочется. Макс, ты хоть... Да, это... Сейчас это будет. Наконец-то это забудется. По-настоящему. Что-то у меня будет долго грусти, даже потому что первый. Hey, wake up! А с нами никого знакомых и нету, да? Флок вижу, он из чатика из нашего. Вот он под сильвер лисичкой. Больше никого не вижу. Так, а у нас трансляция не идет. Почему? Идет. У меня сейчас пишут, что камера не найдена. Сейчас перегружаю. Нет, у меня нет. Нифига он от меня улетает. Собственно, для тех, кто нас слушает, объясняю правила, да, вот этого задания, когда вы видите, что защитить или уничтожить звено лисье, задача главная победить, ну и команда победителей получит золото в зависимости от того, сколько убьет игроков из нашего звена. То есть, если вы просто победили, то получаете там 300 золота. Если вы еще уничтожили все наше звено, то дополнительно плюс еще 150 золота получается. То есть, 50 за каждого убитого. Если вы победили, и мы были в составе вашей команды, и мы все живы, тогда команда победителей получает плюс 150 за каждого вышедшего по 50. Хангри, заходи! Я тебе отдамся! Про пилотку. Наш штаб разрушен. Синитки ослаблены. Зато он смотрит меня. Попал. Мама меня показывает по телевизору. Кстати, ребята, кто слушает трансляцию, напишите, пожалуйста, в игровом чате или в чате трансляции, видно вам трансляцию или нет, потому что мне ее не видно. Что тебе? Камера is not available. Попал.
Ай, блядь. Вот я второй раз в жизни своем летаю на этом самолете, и что-то как-то мне с ним не подружиться. В чем? Да, вот теперь видно трансляцию. Спасибо большое, Лисен. Стараешься летать, набить 6 фрагов, еще и трансляцию наладить. Попал. Поврежден. Блин, можно было и дать. Выводи. Победа. Так, я поздравляю нашу команду, все получают по 300, по 450 голды, мы все выжили, мы победили неплохим счетом. Я получил 450 голды? Ты нет. Бля. И мы в трансляции, Сильвер. Ну вот. Сильвер, этот час ты будешь лисенком. Да, у нас лис самый некультурный из всех возможных лисих. Че, на чем лес? На четвертый. У меня тут выбор такой большой. Так, давайте четвертый уровень. И какое бы задание выбрать? Ой, я придумала. Но имейте в виду то, что на вас это задание не распространяется. Здесь только это умею делать я. Тот, кто уничтожит в бою больше всего самолетов противника, как минимум больше 4, получит 300 голды. Если у кого-то будет одинаковое количество самолетов, то получит, соответственно, оба. Лис, даю отсчет. А ты не готова? Ну, давай. Это 4 левел, да? А, нет, у тебя 3 левел. А-а-а! Давай быстрей, быстрей. Народу в комнате мало. Вон за нас, смотри, пацаны. О, пилотка за нас! Они сговорились, звеном летает. Да. Флок против нас. Ну что, куда летим? Прям так. Бой. Так, надо продублировать, наверное, задание. Не то продублировала. Почти. Это как у нас был случай, мы разбирали форум. Там на форуме товарищ написал один. Типа, подкрутите игру, я хочу голды. Вот, и один из разработчиков забыл поменять содержание буфера обмена. И, собственно, в боевой чат вместо задания кинул это «я хочу голды, подкрутите игру». Веселый самолетик, я балдею с него. Это хорошо. Ну тут Михалыч огонь, конечно. Тут можно просто крутиться с кем-то, Михалыч будет отстреливаться и все. Штаб разрушен, зенитки ослаблены.
Так забавляет, когда людям пишут, что вот вы сейчас голды заработаете, а там пишут не ври, или а ты гонишь, или что-нибудь такое. Наш штаб разрушен, зенитки ослаблены. Да, они за одним гоняются, человек 10. По мне свои стреляют. О! Господи, вот эти глаза... Мы разбились. Сбивают все мои фраги. Оказывается, я за флагом гонялась все это время. Так, ну что, у нас есть претенденты-то на победу? Квазар есть у него 3, и у Глеба в нашей команде, а этот, который, у него тоже есть шанс. Вот у них по 3 фрага есть. Второй. А нет, его уже убили, у того, у которого был шанс, так что прискорбно. Он разбился. Он услышал, что он может работать в голде, и разбился. Кто, дайте его добить Глебу. Лиз! В общем, из нашего звена я самый добрый, получаешь. Лиз, так, меня выкинула. Давайте моё любимое. Угу. В последнее время после... Вот тут про тебя пишут жадина, говядина. Не говядина он лиса, колбаса. Это какой? Четвертый опять? Я хотела... Не знаю, что взять. Ил-2D или... Или Мессера 40-го. Или Звиллинга. Возьму-ка я Ил-2D все-таки. Это пятый? Стой. Я готов. Пятый желал, да? Шестой. Шестой. Надо заставить Лиса составить табличку самолетов по их уровням и потом рассказывать. Да, не говори. Чего? Не понял. Погнали. Даю отчет. Что ты имела в виду, Лиса? Под чем? Рассказывать про самолетики в... Не рассказывать, а чтобы он в уровне выучил хотя бы. Пилотка. Да. Да-да-да. Они сговорились еще с Глебом в звено против нас. Они не хотят... О, Санёк вижу в чате, привет тебе. Сейчас у нас будет штаб, так что защищаем и уничтожаем. Ну, Лист, мой маршрут ты знаешь, я как обычно. Ну что поделать? Я как обычно летаю налево. Ну, у тебя привычка, ты всегда на солнышко туда. Или против солнышка, ну когда как. Видишь, мы все-таки разные лисы. Я люблю холод, а ты любишь тепло. Сильвер, а ты чего любишь? Холод. Вот.
Лив. А-а-а. Что такое? Ну ты кому не скажи, Лиз, они все. Ты побоишься? За мной, вижу, вижу. А-а-а, какая боль. Как мне больно. Да ладно, наверное, приятно. Если представить, что крыло это моя лапка, то моя лапка только что сгорела. О, у меня... Это хангри! Сука. Ой. По-моему, пора на сильвер лисичку бан накладывать. Да-да-да. Сейчас. Кошмар. Пилотка. Двигатель перегрет. Попал. Повреждён. Оружие перегрелось. Вводи. Второй. Наш штаб разрушен. Что, нас у базу уничтожили? База вражинская еще жива. Не смог. А вообще... Попал. Третий. А. Двигатель перегрет. Попал. Ну что ж мы будем делать-то? Четвертый. Попал. Двигатель перегрет. Последний враг. Стрим ты. У меня все хорошо. Санёк читер. Так, мало того, что мы победили, а фразу базу нашу. Так, надо пересаживаться на 410-й. Или F4U. Хотя нет, хватит, наверное, на... Давайте на 7-х. Угу. Возьму свой любимый 7-й уровень. Лизбрев долго? Нет. В этом патче они немного слабее крутятся. Ну что, готовы? Дай отчет. Да? Давай. Полетели. О, нифига желающих бить сколько стало. Лиз, а ты будешь ругаться? Я буду все задания давать, чтобы тебя сбивали. Четко. Я могу отдаваться, если мне за это будут отстегивать потом. Какой ты прав. Не говори. Он такой совсем породистый лист, в нем все человеческие пороки соединены. Так, надо повторить.
что какое задание ни кинь, все равно все не стремятся. Куда? Две набираем, да, лишь примерно. Я же с бомбами и с ракетами иду. Да, и первое, что я встречаю, там, чего на меня там охотится, все. Меня уже сбили. Да ладно, ты поддаешься. Конечно, мне ж не жалко. Людям приятно разработа убить. Давайте забейте лисичку последнего и будем наблюдать бой со стороны. А что поделать? Надо ожидать, что будет со штабами. Ненавижу тебя. Значит, можно выходить и дуть в следующий бой. О, Север присоединился. Привет, Север. Сильвер Лисичка, скажи, сколько у тебя сейчас времени? 3:00 ночи. По хардкору. Угу. Слушайте, я печеньку потеряла. Я не могу найти печеньку. Я понимаю, но я не могу найти. Мы слились. Это ожидаемо. Все, нашла. Хочешь на печеньку? А, чё, у меня нет печеньки вашей. 8-й левел. Любой 8-й левел. Все, взял. Я готов. Так, 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 так. Кто бы такую выбрать? Выбрала. Полетели. Хочу на новую карту. В смысле, вверх-вниз? Нет. Ну да, получается. Пытаются, но сейчас... Ну, чат не полный. Во! Просто там не все есть. То есть, когда приходит... Ну, много человек там сидит, и они все не помещаются в одно поле, то кто листается? Е-я в топе!
Ну, все старые знакомые, в принципе. Холерик, привет тебе. Там опять хангри. Даже летать не хочется. Они будут всегда с нами попадать, потому что там Глеб четко знает, как с нами можно в бой попасть. Blood Dragon с нами. Санек. Смотрите, как я хорошо попросила новую карту. Ага, надо почаще просить. Не надо на меня заходить, я боюсь, боюсь. Двигатель перегрет. Я понимаю, что они меня любя все бьют, но зачем же так? Даже если я научусь хорошо летать, сбивать самолеты и прочее, мне все равно будет низкий процент выживания в боях. Почему? Потому что я всегда жертва первая. Спасибо, Лиз. Крыло повреждено. Бак пробит. На печеньку бы еще Михалыча посадить. Попал. Сверху. На ремне прикрепить. Крыльям его. Дать ему какую-нибудь базуку. Слушайте, как у нас какой-нибудь стрим, так у меня под окнами сирена воет, и какие-нибудь... Менты приезжали? Нет, пожарная, скорая, что-то все... Каждый раз, когда стрим какой-нибудь... Заранее. О, хангри мертвый, круто. Мне так нравится, как печенька падает, когда ее сбивают. Самолет подбит. Лиз, прости меня. Так, ну тем не менее, у нас команда-то победила. Да, да. Причем с хорошим достаточно преимуществом, почти трехкратным, поэтому всей команде. Выбирайте. Я не знаю, какой уровень взять. Лиз, у меня 8 максимум. Так, Хаси Сёго у меня водила четкая. Так, давайте какое-нибудь задание придумаем такое. Лиса, скажи название своего водилы, имя. Немца. Роланд Шварц. Ой, нифига какой дядька. Лиса, у тебя? Долгоношек.
Так, я даю отчет. Давай. Слушайте, у меня в танках был экипаж на каком-то советском танке. У одного... Все в одном танке сидят. Весь экипаж. У всех. Без руков. Без ухов. Без глазов, что ли, или что-то такое. И еще какой-то тоже без. Это просто нечто было. Так, я не сохранила, по-моему, этот экипаж. Надо пересмотреть будет весь экипаж. Доктор 51, вижу, против нас присоединился. А так вроде все одни и те же. Кстати, всех вижу, практически всех вижу в TeamSpeak в нашем. Так, я к вам лечу. Что-то я отбилась от стайки. Что, мне обратно разворачиваться? Где? Дай пилотку. Вижу. Ага. Так, меня сейчас собьют. Сейчас меня собьют. Да, меня сбил. Меня Глеб сбил. Привет тебе. Все, нашел его. Ура! Хангри, я иду к тебе. Дай мне Хангри, пожалуйста, это же месть. Так, какое у нас сегодня число? Пятнадцатое. Держитесь там. Сейчас к лесу на буксир прицеплюсь, и мы победим. Наш штаб разрушен, все нитки ослаблены. Выводи. Все повисло. О, отвисло. У тебя деревья ходуном ходят. Отлетался. Последний враг. Ну что, там последний остался, в принципе. Угу. Наша команда победила. Если сейчас из вас никто не умрет, то все получат по 400 голды. Ты нет. Вот, это, вот. А ты не получишь, потому что Сильвер себя плохо ведет. Че? Я его не знаю. Чтоб потом перекинул. Победа! Какой лес?
Левел какой, говорю? А у меня скриншотик не сохранился. Какой? Лиз, пришли мне потом, ладно? Выбирайте уровень. 5-8. Да будет так. Обычно у меня на слове «воротник» ручки начинают трястись, и я пишу какую-нибудь абракадабру. Ура, моя любимая карта! И все против нас. О, за нас холерик, за нас север. Больше всего самолетов уничтожить. Ничего страшного. Ну, привычка, что такое, рожденный ползать. Не-не-не, не катит. Поздняк трепыхаться. Давай, давай, разворачиваемся. А, я, кажется, поняла. Лиз, определись уже, что ты в ромашку-то играешь? Ты там пилот с букетом ромашек, что ли, гадает, лететь, не лететь? Ну вот, фраг забрали, добить хотел. В него попасть еще. Вот как ты это сделал? Да он лопается под ними. Он их глазами зажигает. Заклинание. Тебе нельзя. Слушайте, там бой мимо нас проходит как-то. Я вообще не хочу на этой карте летать. Ты же просила. Нет, в смысле воевать не хочу, хочу на ней летать и смотреть. Уц. Где пилотка? Ё-моё, нашел, наконец. Блять, он на меня заходит. Нет, не заходит.
Последний враг. Так, а у нас, да, победитель. Победа. Поздравляем, 6 фрагов. 300 голды. Кстати, вот те, кто постоянно смотрит наши стримы и ивенты, те уже, наверное, столько голды нафармили себе. Какой левел лес? Давай второй. Или первый. Так, а у нас последний бой. А, да? Без 10? Ну, давайте. Сейчас, подождите секунду. Ну, давайте. Нужно по Москве днем делать... Так, а я, по-моему, через первый уровень-то и продала. Ты чё, это же вообще реалитетные самолеты, на них чёткие пацаны давайте, летают. Давайте, мы сейчас слетаем на первом. У меня есть Пегас, ага. Пегас? Лошадь, что ли? А, немца надо брать, наверное. Самый крепкий, наверное, немец. Но я больше всего из первых японцев люблю, не знаю почему. Ну, 56. 50, да, кстати, немец. Этот бой на первом, а последний на десятом. У меня десятых нету. Ну, ты будешь страдать на восьмом. Хорошо. Считаю. Надо, Лисёна, ивенты устраивать днём по МСК. Днём у нас и так два раза в неделю ивент. Да? Да, кто-то спит в это время. Black Dragon. Blood Dragon против нас. Где пилотка? Против нас панда. Я хочу шкурку панды. Зато за нас холерик, ха-ха. Вон пилотка. Этим все сказано. Ну да. По вашему днём, ну, где-то 8, а, блин, по вашему получается, ну, где-то получается, что, часика 3-4 дня, самый раз. Только мы с... А, нет, мы с 5 летаем. А, ну, можно даже в 5, в принципе. Тоже мы нормально. Мы летаем с 5 до 7 по Москве. Ну, конкурс идет вообще с часу до 7 по Москве. Ну, у нас вторник, четверг летают. Каждый час разные разработчики. Ну и у меня 2 часа вместе со стримом. Я себя чувствую комариком в этом самолете. Такой комарик, такой пункт. С маленьким париком. Да-да-да, я тоже заметил. Я уже другого пошел. Я нашел пилотку. Все, ура. Ха, попался! Блядь, он летает. Давай, давай, это меня тут присутствует. Я куда-то лечу, просто лечу. Двигатель перегрет.
Я еще и бомбу выкинула. Просто так. Короче, тут за мной пацаны какие-то летают. О, круто. А все, не надо. Дэн врезался. Спасибо. Ну, пожелаем ему удачки. Надеемся, он победит. О, нифига, у меня на хвосте всех. Ура! Молодец, пацан. Если он не разобьется, и у него не будет минус один. Двое аж сразу. Какие-то пацаны нечестные. Панда меня нападает. В БФе. Видел, да? На лесу напала панда. Да, кажись. Он шкурку поимеет, а не ты. Будешь меньше чьи-то шкурки хотеть. Всё, я не хозяинка своему самолету. Потеря управления. Black Dragon. Ну что, холерик, даже если разобьется, все равно уже победил. Да, вообще не говори, читеры одни окружили. Теперь десятый, да? Да, последний бой. Угу. Да все, уже спать пора. Да. Так, я беру. Алис, у меня звено распустилось. Погнали. Даю отчет. Так, ребят, кому было сегодня мало, присоединяйтесь в вторник и в четверг. Весь месяц, ну и также в субботу мы будем летать, раздавать голду. В принципе, средние где-то 300-600 голды человек получает, те, кто с нами попадает в бой. Ну, если даже брать по 600. В общем, 1003 за месяц можно спокойно, даже больше, заработать, если регулярно с нами попадать и побеждать. Так, с нами попал Серега, Максим. Дэрил, да. Да. А я задание не выбрала.
Нет, у меня ракетки. Сейчас, подожди, покидаю я их на ближайшей цели. Штаб разрушен. Синитки ослаблены. Вражеский штаб разрушен. Синитки ослаблены. Блин, что за фигня? Во. Минус один. Угу. Там ума сбил вас. Печалька какая. Сильвер, ты как там все ощущаешь? Да потихоньку. Меня наказали. Да. Я тебе не материться нельзя. Словарный запас кончился. Все. Да-да-да, вижу. Ой, уже нету. Ну. Други, кто нас смотрит, оставляйте комментарии, пожалуйста, на форуме и пожелания по поводу заданий и времени проведения. Даешь новые задания. На правах рекламы, да? Кстати, я не знаю, по поводу следующей недели, проведем с вами или не проведем. Выводи. Я таки уезжаю в Питер отмечать свой день рождения. Поздравляю. Заранее не надо. То укушу острыми зубами. Че, уже проверил? Поврежден. Как я вообще в Альфу попала? Двигатель перегрет. Оружие перегрелось. Попал. Поврежден. Последний враг. Так, ну что, мы победили? Ну что, всем большое спасибо. Так, сейчас смотрю. Секунду. Или еще один. Последний. Нет, у меня все скриншоты появились, ха-ха. Даешь последний. Что, на бис, что ли? Пусть народ тогда сам задание придумает. То еще раз? С
Своих. Ну, давайте. Говорились. Все своих можно бить? Нет. Жалко. Даю отчет. Жду. Нифига, 15 самолетов. Ну да. Так, ну что, все с нами попали, да? Холерик, Димон, Санек. ВДР-ка, Серега, Дрэгон, Глеб с нами, Скиф. А, куда он показал? Куда? C5, окей. Ты в курсе, что тебя все слышат? А ты в курсе, что все видят, куда ты тыкаешь? Да. Пальма первенства в некультуре от серой лисички переходит к товарищам в рандоме. Да, во всем я это не очень, однако. Блин, я думаю, я убил. Я. О, на меня заходит. Крыло повреждено. Бак пробит. Фюзеляж поврежден. Самолет подбит. Ё-моё, хакер какой-то меня отпалнил. Как вы, почему вы умерли раньше, чем я? Помоги себе сама. Спасибо, давай. Да. Да, что-то сильно долго. ВДР все исправил. Он мне хвост оторвал.
У троллейбуса баба голая, наверное, на капоте. Сегодня никто не отомстил. Так, а кто нас победил? У нас победил... Ой, нас вообще как ребят. Энергетик. Поздравляем энергетика. Всем большое спасибо. Да, всем спасибо, кто нас смотрел, кто с нами летал. Было весело. Сегодня, кстати, пободрее, чем было в четверг. Что-то как-то повеселее. Удачи, до встречи в